Всем привет! Сегодня у меня для вас видео с распаковкой посылочек с AliExpress. Будет не так много посылок, постараюсь их показать все быстренько. На данный момент я открыл только одну посылочку, а остальные я предполагаю, что будет там. Сразу хочется сказать, что все ссылочки на все товары я оставлю в описании. И также, вроде как у меня должна быть здесь косметика вот в этой посылке, поэтому протестирую данный продукт и сразу дополню это видео своим мнением о данном продукте. Первая посылка у меня идет самая большая. Внутри у меня коробка. Здесь у меня складной раскладное светящееся зеркало. Пришла мне эта посылка супер-пупер быстро. Доставка была с Москвы, как бы доставка по России, несмотря на то, что я заказывала с AliExpress. У продавца есть три варианта зеркал. Есть розовое, белое. Они немножечко по-другому складываются. И также есть белый вариант, такой, как у меня. Он немножко подороже, но, как мне показалось, что он будет самый удобный, так как данное зеркало можно будет брать с собой и использовать где-то в путешествии, где-то в дороге. В комплекте, как вы видите, есть кабель, с помощью которого можно подключать к сети это зеркало. Также есть инструкция по применению. То, как это зеркало, видимо, раскладывается и что с ним нужно сделать. Инструкция на английском языке. И само зеркало, которое, как мы видим, смотрите, оно... Ой! И зеркало у меня вывалилось с одной стороны. Я его еще не распаковывала, поэтому, как вы видите... Какое пришло, такое и есть. Зеркало раскладывается очень хорошо. И несмотря на то, что оно с одной стороны вываливается, его, в принципе, можно будет, я думаю, приклеить и все. Данное зеркало выглядит вот таким образом. Просто у меня вид сверху и не особо получается показать вам, как оно смотрится со стороны. Но я обязательно добавлю сюда видео и покажу, как оно выглядит в деле, как оно смотрится в интерьере. Засниму отдельно. У меня был секундный клей, и я тут за кадром решила заклеить зеркало. Открывала упаковку, клей брызнул на руки, заляпала здесь все, что можно. Тут же оттерла, слава богу, от всего другого все отмылось, но руки мои пострадали, поэтому не обращайте на них внимания. Зеркало отлично клеится на обыкновенный суперклей, поэтому, в принципе, для меня нет никакой проблемы, то, что оно пришло такое. Я думаю, скорее всего, продавец не проверяет каждое зеркало, оно лежит у него запаковано, и пока лежало, наверное, клей стандартный рассохся, и зеркало отошло. Но это не критично, поэтому я на это особо внимания не обращаю. Зеркало поворачивается как вот таким образом, так и можно повернуть его вниз. Вообще довольно-таки удобная штука, очень понравилась. Проверила данное зеркало, оно работает как от сети, также оно работает от батареек. Перевернула на обратную сторону и обнаружила, что сюда можно вставить батареечки. Для данного зеркала нужно 4 батарейки обыкновенных пальчиковых. И зеркало работает точно так же, как от сети. Не смогла вам показать от сети, так как кабель здесь короткий, а розетка у меня находится намного дальше, чем я снимаю на данный момент. Поэтому показываю от батареечек. Также при помощи кнопки вкл-выкл можно все это включить и выключить. Как бы вот, нажимаем включить, включается, нажимаем выключить, выключается. Также, что удобно в данном зеркале, это то, что имеются полочки снизу, и сюда можно положить как косметические какие-то принадлежности, и также можно положить кабель, когда будете сворачивать зеркало, как бы хранить все это вместе. Поэтому мне кажется, очень клево, как подставка. Все удобно, все под рукой. Клевое зеркало. Очень мне понравилось, поэтому могу смело вам тоже рекомендовать. Далее, следующий посыл, который мне хочется открыть, это вот такую вот пузатенькую. Хочется посмотреть, что же там все-таки пришло. Потому что я уже, если честно, не помню. Я по трек-номеру примерно отследила, что в какой-то из них должна быть косметика. Но я не знаю, в какой именно. Поэтому давайте откроем, посмотрим вместе. Да, здесь у нас косметика. Как мы видим, все хорошо упаковано. Пакет воздушный. И ни одна баночка не пострадала. Даже коробочки, по-моему, не примялись. Нет, коробочки чуть-чуть примялись. Но продукты, я думаю, там целые. Здесь у меня должна быть маска для лица. А здесь у меня...
антибактериальный гель для рук. Я не стала искать в местных магазинах, бегать, заморачиваться. Увидела на Алиэкспресс и решила заказать там. Давайте сначала посмотрим его. В упаковке 50 грамм. Вот, выдавливается вот такая прозрачная жидкость, похожая на гель. Распределяем ее на руки. Она очень быстро, кстати, впитывается, прям превращается в водичку. Перед вами происходят чудеса. Руки после использования не липкие, все быстро высыхает. Аромат практически незаметный. Немножечко пахнет антисептиком, но он быстро улетучивается. Руки пока у меня не пересохли, но я немножечко потестирую, попользуюсь, так как завтра все равно буду выходить из дома и воспользуюсь данным гелем и скажу вам, уже дополню чуть позже, то, как этот гель работает. Протестировала данный гель для рук. При использовании ощущается небольшой аромат спирта. Хорошо распределяется по рукам. Руки сильно не пересушивает. Для использования нужно буквально немного, так как средство довольно-таки хорошее. И для применения хватает небольшого количества. Это довольно-таки хороший антибактериальный санитайзер. Я как-то до этого пользовалась другим подобным средством. И то было ужасное в том плане, что его наносишь. И оно прям такое более склизкое. И после использования руки делаются липкими. И был неприятный аромат. У этого средства такого нет. Оно мне понравилось. Могу вам смело рекомендовать, потому что средство на самом деле достойное. Давайте посмотрим следующее средство, которое находилось в этой же посылочке. Здесь у меня маска для лица. Она, как мы видим, запечатанная, в отличие от антибактериального средства. Открыла упаковку. Как мы видим, объем масочки должен быть 60 грамм. Внутри коробки находилась вот такая баночка. В принципе, похожа по дизайну с коробкой. Золотого цвета. Выдавлю небольшое количество. Маска, пленка. Довольно-таки хорошо распределяется. Практически не обладает никаким ароматом. Это золотая отшелушивающая маска против черных точек. А также она должна отбеливать кожу, регулировать жирность, увлажнять и ухаживать за кожей лица. На самом деле протестирую, проверю то, как она работает. На руке она уже практически высохла. Я думаю, пока буду снимать видео, она подсохнет. И уже после вместе с вами снимем эту масочку с руки. Хотя я тут так мало нанесла, что, возможно, это будет очень плохо сниматься. На сайте были довольно-таки неплохие отзывы. Также там есть картинки, что якобы очень хорошо вытаскивает черные точки, очищает поры. Поэтому решила попробовать, проверить, так ли это на самом деле. Как написано на Алиэкспресс, в составе этого антибактериального средства 75% спирта. Так, масочка на руках подсохла. Давайте попробуем ее снять. Я нанесла, конечно, очень-очень тоненький слой. И он не хочет слезать, рвется. Но обычно вообще нужно наносить слой намного толще. Это уж просто я сэкономила или пожадничала. Не думала, что я буду снимать с руки. Я просто подумала, что нанесу, покажу, как выглядит эта маска и пойду смою. Поэтому нанесла совсем немного. Но в итоге решила дождаться полного высыхания для того, чтобы снять ее с руки и показать, как она работает. Смотрите, маска крепится очень-очень крепко, и на самом деле снимать ее довольно-таки больно, прям выдергивается каждый волосок, и крайне это неприятно. Я не удивлюсь, что у меня кожа потом покраснеет в этом месте, потому что прилипание очень сильное. Посмотрите, рука начала краснеть. Но она, тем не менее, стала очень гладкой, по-моему. Если не поры, то волосы выдернуты все. Маска клевая. Мне нравится, как она работает на руке. Обязательно проверю ее на лице. Но, как мне кажется, уже сейчас результат будет обалденный, потому что она снимается очень тяжело и должна работать очень качественно и надежно. Данная маска очень понравилась. На самом деле хорошо очищает кожу, вытаскивает все черные точки. И я вам даже сейчас на камере покажу не только то, как я ее использовала, также покажу эффект после, когда я сняла маску. Надеюсь, камера моя покажет. Но на самом деле даже волоски мелкие повыдергивались. И точки, поры тоже. Кожа после использования прям очищенная, такая гладенькая, немножечко побелела. Но, естественно, конечно, из-за того, что маска очень сильно прилипает к лицу, кожа после использования сразу же у меня покраснела. Это как результат на воздействие на кожу. Но в целом, в общем, результат виден. Черных точек стало меньше, поры стали более очищенные. Перед применением я бы посоветовала, конечно же, очистить кожу, воспользоваться каким-либо скрабиком. Для наилучшего эффекта еще и распарить кожу. Тогда эффект вообще будет колоссальный, так как поры будут расширенные, распаренные. И
вылезет все, что не нужно там. Но я использовала маску просто после умывания лица, и даже несмотря на то, что я ее не распарила, все равно очень много очистилось, много вылезло, много открылось. Поэтому маска мне очень понравилась. Вам рекомендую. На самом деле она кожу не пересушивает. Хотя я думала, что она будет кожу пересушивать. Да, она немножечко увлажняет ее. Кожа после использования такая напитанная, очищенная, гладенькая. Я заметила для себя только одни плюсы, поэтому могу смело вам рекомендовать. Давайте пока откроем следующую посылку. Она у меня желтенького цвета. Здесь у меня должны быть браслеты. Да, здесь на самом деле браслетики. Здесь у меня две штуки. Один браслет у меня бирюзовый, а другой бежевый. Давайте каждый посмотрим по отдельности. Покажу их поближе, так как они, мне кажется, требует особого внимания. Они очень мне понравились, то, как они смотрелись у продавца, поэтому я решила попробовать. Застежка у них магнитная. Вот, смотрите. Сейчас уберу часики свои, чтобы показать, как выглядит этот браслет в деле. Как по мне, так мне кажется, что выглядит очень-очень стильно, очень интересно. И на лето самое то. Если нас выпустят, то с удовольствием буду носить этот браслетик с той одеждой, которая у меня есть. Из чего состоит данный браслет? Не только из магнитной застежки, которая очень-очень крепкая и на самом деле сложно даже стегнуть одной рукой. Так, смотрите, здесь у нас имеется вот такой камушек. И, скорее всего, мне кажется, он даже настоящий, потому что, ну, очень-очень похоже. Либо это пластик довольно-таки хорошего качества. Края выполнены вот таким образом. Как бы идет имитация под натуральный камень. Или это натуральный камень, который так обработали. Ремешок пахнет натуральной кожей. Я уже даже не помню, может быть, это и натуральная кожа. Выполнено все аккуратненько. Нигде клей не торчит, нитки не выглядывают. Все приклеено ровно и сделано очень надежно. Вот таким образом выглядит сама застежка. Вот так вот защелкивается. И за счет того, что здесь имеются вот такие вот штучки, оно защелкивается и как бы не разъедется в разные стороны, только вверх. На одной имеются вот такие стразы, на другой такие. Вообще у продавца были различные варианты расцветок. Я долго думала, какую мне выбрать. И решила выбрать вот такую. Давайте посмотрим второй браслет. Данный браслет выполнен подобным образом, как предыдущий. Точно так же. На магнитной застежке. Единственное, видите, один у меня с золотой застежкой, другой с серебристой. Обе застежечки магнитные, крепятся точно таким же образом. Тоже в бок не расходятся, только вверх. Магнитная застежка очень-очень крепкая. Также после того, как открыл упаковку, идет запах натуральной кожи. Поэтому я говорю, не удивлюсь, что это натуральная кожа. Здесь у нас только один ряд страз. Также плетеночки и в разной обработке кожи. Для украшения имеется вот такой листик. Вот так выглядит браслет с обратной стороны. И давайте уже надену на руку и покажу, как смотрится в деле. На самом деле, одной рукой делать вроде кажется сложно, но нет. Надевать не так сложно. Вот снимать посложнее, потому что магнит очень крепкий и хочет обратно соединиться, даже если его разъединять. Данный браслетик, мне кажется, уже пошире. Предыдущего отличается. Здесь у нас как-то переплетено все и больше скучковано, а здесь они в ряд сделаны и прям расходятся в разные стороны. Мне кажется, очень прикольно, достойно, все выполнено ровно, клей не торчит, нитки тоже не выглядывают. Вот, покажу поближе, с другой стороны, вот и здесь. По длине два ремешка, как мы видим, немножечко разницы есть за счет того, что видим, что здесь переплетение, а здесь все по прямой. У продавца также были другие расцветки. Как сказал, ссылочки на данные браслеты и на все товары будут в описании. Остались две посылочки, которые у меня скреплены степлером. Давайте их откроем сразу вместе, потому что данный продукт я вроде заказывала у одного продавца в одном магазине, но по разным ссылкам. В первой посылке, как мы видим, находится галстук. Обыкновенный, вот с такой интересной расцветкой. Галстуки я заказывала в данном магазине неоднократно. Качество мне всегда нравится. Это ручная работа. Цена для ручной работы супер бюджетная. На обратной стороне этикетки есть инструкция, как нужно ухаживать за данной вещью. И поэтому, я думаю, ни у кого не возникнет никаких проблем. Вот, как мы видим, галстучек сшит очень хорошо.
Нет никаких ниточек, ничего не торчит. Сейчас все проверю. На обратной стороне имеется петелечка для того, чтобы убирать длинный хвостик. Расцветочка у меня в виде подков. Вообще у продавца было множество различных расцветок. Выбор хороший. И можно выбрать на любой вкус. По качеству галстук приятный на ощупь. И мне вполне понравился. Ну и последняя посылка. Здесь у меня уже должен быть товар для меня. Должен быть платочек. Все, в посылке больше ничего нет. У продавца вообще было множество вариантов платочков. Можно было выбрать как два по одной ссылке. Можно было выбрать какой-то один. Чтобы вариантов там масса, и на любой вкус и цвет всегда найдется тот продукт, который нужен. Так, немножко перепутала, это не платок, это шарфик, вот такой вот узенький, можно использовать так же, как салоху или повязочку на голову. Расцветка прикольная, у меня это зеленый с цветами, но камера немножечко передает по-другому. Платок выполнен качественно, нитки нигде не торчат, я проверила, вроде все прошито ровненько. По крайней мере, на первый взгляд я не заметила ничего такого. По качеству мне нравится. На ощупь ткань синтетическая, но приятная. Ткань очень похожа на искусственный шелк. Длина шарфика практически метр, там 98 сантиметров. Я думаю, такой длины хватит на все, что угодно. На этом у меня все. Я показала вам все, что хотела. Ссылочки на все товары оставлю в описании. Если остались вопросы, обязательно пишите. Спасибо за внимание. Всех целую. Пока-пока.